Ждем, он как-то, мне кажется, она даже важнее таких международных соревнований, потому что все организация, все, и вот, что приходит народ болеть за тебя, как бы, в одной стороны это и чувство страха, и вот радость, особенно когда выигрываешь в турнире. И когда я приехала на Эргенский турнир в 2003 году, к сожалению, я проиграла и осталась без медали. Это настолько меня задело и подстегнуло, что на следующий год я заставила тренеров снова поехать в Красноярск на Эргенский турнир и завоевала золото. И в этот раз я готовилась и сразу же знала, что я поеду на Эргенский турнир, потому что здесь всегда высокий уровень борьбы. Здесь всегда много очень сильных соперников. Америка, Япония, одна Россия, чего только стоишь. И я с радостью и с удовольствием ехала сюда сражаться, а тем более организация на высшем уровне. Как говорят, и Рыгинский турнир – это малый чемпионат мира, в принципе. На Рыгинском это мое третье участие. Первый раз я проиграла, а второй раз я была третья, и вот сейчас третья. Чуть-чуть не хватило. Турнир вот считается вот начало года и отборы на чемпионат Европы, еще Олимпийский год и первый старт вот перед Олимпийскими играми вот, в Лондоне.
совсем недавно, месяца 4 назад, было как бы решено попробовать вернуться в большой спорт. Не участвовав практически 5 лет, человек вернулся в новой для себя категории. И так запросто занял второе место и очень сильно расстроился, что проиграл двукратному чемпиону мира. Очень серьезная схватка, да, очень красивая схватка была на самом деле украшение этого турнира, я думаю. А дальше уже, наверное, он из своей борьбы сделает выводы, получил ответы на многие вопросы. И теперь с этим багажом может приступать аккуратненько к подготовке. Я за него очень рад. Хочу поздравить Дениса Царгуша, всех победителей турнира. Борьба у нас вот в новом виде, она немножечко допускает момент вот этого фарта, да, где-то лотереи. И вот с этим иногда получается, да, там, что в принципе борцы одинаковой силы, но победителем кого-то надо выбрать.